Хайре, тебе пригодится помощь наемника? Эй, ты ведь ходишь с Варнавой на Драстее? Откуда ты знаешь? Я тоже с ним плавал, пока один пират не ударил меня в спину. Теперь я едва могу стоять. Ты занял мое место. Я тебе искренне сочувствую. Не знал, что занял чье-то место. Я мечтал, что однажды выйду в море с моим сыном. Но теперь даже не могу заготовить древесину, чтобы построить для него филуку. Хочешь, чтобы я дал тебе денег? Да, любые деньги будут кстати. Это тебе. Итак, ты убил отца? Приемного отца. Ну, думаю, в таком случае боги не будут с тобой строги. Николаус вырастил меня, обучил. Он был моим отцом, хоть и пытался меня убить. Это плохо или нет? Неважно. Не только у тебя были трудности в семье. Да. Я рад, что ты со мной, Варнава. Это взаимно. Как я могу тебе помочь? Найдем мою мать. Она жива, Варнава. То есть, Николаус так думал. Отлично, слава Гере! Что теперь? Куда плывем, капитан? Первым делом в Факиду. Там меня ждет Элпинор. Он должен мне деньги и разговор. Добро, Алексиус. Заодно можем попросить совета у Пифии. Эльфийский оракул знает ответы на все вопросы. Слова оракула разрушили мою семью. Устами Пифии говорит сам Аполлон. Тот, кто не слушает оракула, может навлечь на себя беду. Если бы мы не стали слушать ее, моя сестра не погибла бы. Ну хорошо. Ты знаешь, где искать Элпинора, верно? Он в лагере паломников. Но перед смертью Николаус предупредил меня о змеях в траве. Похоже, тебе нужно подготовиться. Пусть лучше Элпинор готовится. Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах, как покончишь со змеями. О, Алексиус! У меня совсем из головы вылетело! Твой дом постигла ужасная участь! Тот старый дом? Да он едва стоял, такой был ветхий! Я Кефалини! На острове свирепствует болезнь! Она пришла из Каусаса! Столько людей погибло! А лекарства нет! Малака, жрец был прав! Только скажи, и мы сразу отправимся назад! На Кефалинию! Спасибо, друг. Я это запомню. Вперед. Элпинору многое придется объяснить.